Ну да, привет, Сереж. Здравствуйте всем, здравствуйте, Дмитрий. Как у тебя дела? Аппетита, если вы кушаете, если не кушаете, просто стойте. Отличная идея. Что у нас надето? Сейчас 40. 40? Потом ты думаешь, сколько? Сразу 55. Так. И потом крайний 70. Отлично, отлично. Да. Ты не думаешь, что говорить крайний как-то, ну, стрёмно? Последний, мне все равно. Вообще крайний, все равно, последний. Да? Ты не суеверный вообще, парень, расскажи. Абсолютно. Переступаешь через штан? Переступаю. А что так? Ну, ты штангист, вообще штангист? Да, вообще, да, но раньше прививали, это не переступать через штан, ну, переступаю, что-то такое. И единственное, что не делаю, это я не пинаю ногами штан, потому что не, ну это вообще как-то кардинально плохо, да. Так, как ты себя чувствуешь, ну расскажи. Да вроде неплохо, все хорошо, жаловаться не буду. Чуть-чуть в весе прибавляю, тренируюсь. Весе? Что за вес? Весе. А, весе? Да, весе Серега чуть прибавил, да. В инсте, кто следит, там немножко тренировочки свои выставляем. Да, дорогие друзья, инстаграм Сереженьки мы сейчас выставим. Обязательно подпишитесь. Ну и можете на мой заодно, раз уж вы зашли в инсту. Значит, сегодняшний план — это контрольная прикидка в бицепсе. Серега, ну давай 40 ты сделаешь, мы посмотрим. Да, я на 2. На 2, прошу, да. Дорогие друзья, напоминаю, что план Сережи в описании к видео. У нас нет секретов, мы все показываем. Смотрите, 40 как летает это все, да? А ну покажи бицепс, покажи бицепс, покажи. Да ладно, не. Покажи, ну что, о, это оно, отлично. Да, да, да. Отлично. Ну, куда бицепс? Не, ну Сереженька легковес, весь сейчас в районе 72. Вот. И примерно столько же будет сегодня поднимать на бицепс. Дорогие друзья, это все очень интересно. У нас играет саундтрек из Dishonored. Первая часть. Мы очень не любим рекламу видео, поэтому я Сереге разрешил поставить музыку себе на подход, поверх которой я потом пущу какой-нибудь трек без авторских прав, чтобы не было никакой рекламы, друзья, которую я не люблю, не знаю, как вы. Отблок, не отблок, но все-таки хочется, чтобы было все четко. У нас где-то пятнашка, пятерка и 2,5 на штамп. 2 на 2. Сережа мотает мягкие кистевички. Мне с ними удобнее, чем с теми. Удобнее, да? Да. Ты говорил мне, что у тебя все-таки чувствуется кардинальная разница в подъеме на бицепс, когда ты делаешь в тангетках или в обуви с плоской подошвой, как, например, вот эти вот борцовочки, да? Да, я чувствую разницу. Ну как, не конкретно, но существенно есть разница. Я когда с плоской подошвой, мне легче. Дорогие друзья, действительно это есть, потому что у вас ниже центр тяжести, вы больше слиты со стеной, когда каблучок низкий, поэтому используйте, пожалуйста, это. Да, это. А в штангетках немножко сложнее, потому что подъем, центр тяжести, да, смещается уже, и совсем другое движение. Но вся концепция я после выше приседа, мне впало перебываться, поэтому я такой, ну, сделаю так. Не, ну, рядовые подходики, там 40-50 можно и в штангетках, да, конечно. Да. Ну, этот еще можно без на два раза, давай на два раза, а потом поищем. Найти магнезию в фитнес-клубе, друзья, иной раз. Очень нелегкая задача. Давай, Сережа, мощно! Ой, как хорошо. Смотрите, друзья. Работает, пацан, и прибавляет. Аж в бороду дался. Ну, давай без этого. В бороду не надо. Особенно самому себе. Надо проснуться. Да, прийти в себя. Под такую вот плавную музычку мы немножко погуляем по залу. Так нетипично, когда подобное играет. Извиняюсь, но ее в зале, походу, жрут эту магнезию. Нет, ну, востребованный, между прочим, товар. Сколько сейчас, Серый? Зачем бумажка? Сейчас 70. Уже сразу? Ну, думаю, да. Давай. Вешаем целевой вес, друзья. Устанавливаем, точнее, что-то слово вешаем какое-то угловатое. Не очень оно мне по душе. Сережа сам ставит, сам делает, сам. Все сам. Молодец. По крупному.
плотнее стал, смотрите, да? Серик, музычку себе поставь, давай максимальный настрой. Ты мне нужен взведенный, бодрый. Поделись, что за трек это будет, что ты хочешь поставить? Я не знаю, это что-нибудь с Рамштайн. Давай, это хороший выбор, безусловно. Так, что у нас играет? Майнхайтсбенд, походу, да? Да. Так, друзья, ну где-то здесь, сейчас, когда Серега будет делать, я запущу поверх трек. Ну ты, Серега, давай, настройся хорошенечко и вмажь на мою, как следует. Да. Настроение сегодня у Сереги хорошее, друзья. Видно, что глаз горит. Есть настрой, есть кураж, есть уверенность. Две пятнашечки на ней с каждой стороны. Вес гриппа около 10 килограммов. Вот к таким вот весом сегодня упоминается контрольный подход наш. Давай, Серик, надо! Давай, 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 еще раз. Тащи ее. Все, бросил, 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 не терпи. Да елки, что же он делает? Надо было бросать, ну что ты такой пик не держишь. Я хотел до конца. Да ну ты что, не, ну все равно. Друзья, ну практически свой вес, практически на 4 раза. Что ты? Ну чуть-чуть. Чуть-чуть. Серик, не борись, вот, блядь, это очень опасно так вот бороться, я тебе честно скажу. Чувствуешь, что динамику слил? Я включил это. Чувствуешь, что динамику слил, лучше бросить. Не, ну там трясучки-то не было. Друзья, ну вот, сельский ран такие, как есть. Не в рамках прикидки, но красивую борьбу показал Серега. Сам весит сколько, Серега? Около 73, да? Сколько? Около 73, да, весишь сам? 73, 80. Ой, я извиняюсь, друзья. 83. Извиняюсь, пожалуйста, 80, около 83 весит. Сережа, я немножко ошибся в начале. Значит, на штанге 70, сделан на 3 уверенных, 4 завис, увы, не в зачет, но все равно результат неплохой. Ничего, я постараюсь в следующий раз. Руки целы, да. Нормально все? Не, все в порядке. От себя отпусти. Да. Сильно да, отпустил от себя. Слишком поспешил, надо было, может, чуть-чуть отдохнуть, больше взорваться, да. Ты наоборот, ты вот именно сильно поспешил, действительно. Да. И пустил ее чуть-чуть. Вот третий был хороший, вот четвертый. Ничего. Да. А есть ошибка, она по-любому исправится. Мотивирует, да. Может, даже слишком переборожился. Ну, друзья, вы знаете, да, мы на прошлой тренировке делали сколько, Серж? 65 на 4, по-моему? Да, на 5. Вот. На 5, 5 да. 5. Здесь, конечно, в таком бицепсе, здесь каждый килограмм весит очень много, в прямом смысле этого слова. То есть прибавка буквально там 5 килограммов, это уже небо и земля. Поэтому Серый нормально отработал. Можно, конечно, лучше, но можно, мы продолжаем. Я буду стараться да. лучше. Значит, у нас по плану в субботу тяга. Друзья, не знаю, как зайдет, посмотрим. Но настроены показать максимальный результат. Следите и обязательно ждем. Да, я вас. Буду стараться показать максимальный результат и доработать полностью. Супер. Всем пока. Всего хорошего. Увидимся.